Блин. Блин, слышь, ничего себе, меня какой-то хардбас танцует. Да ты через стенку убил меня! Как ты это делаешь? Тебе, наверное, раунд 4 дал. Да как? У тебя-то немного того. Да у меня же было лучшее оружие на планете. В начале данного видеоролика хочу к вашему вниманию представить увлекательный канал Кеза. Это очень крутой канал, парень очень часто стримит, да и просто выпускает крутые видеоролики по игре Black Strike. Так что, ребят, переходите, ссылка в описании. Ну а мы начинаем. Всем привет, пацаны, с вами Кент АПК, и сегодня меня на дуэль вызвал кое-какой замечательный школьник. Школьник, ты тут? Да, я тут, я тебя вообще. Ничего себе, слушай. Ты будешь 10-0. 10-0, да ну. А если ты проиграешь, что тогда? А? Да. Давай да так. Да все равно ты останешься нубом навсегда. В смысле, слышишь, давай так, короче, если ты проиграешь, ты станцуешь танец на вебку. Идет? А? Давай. То есть ты проигрываешь, если ты проигрываешь в нашем дуэли, ты танцуешь танец на вебку. Если я проигрываю, то я танцую. Вообще не проблема, не вопрос. Да? Давай. Потому что ты такой злой, крутой. Пишешь хэштег Кент. Ну, давай. Давай, окей, еще мы себе проверим. Заходи, называй Кент Нуб, пароль 228. Ой, Кент Нуб, ну давай, сейчас, короче, ты поплатишься. Давай. Так, название Кент Нуб. Да, слышь, да. А я что-то не вижу, где Кент Нуб? А, вижу Кент Нуб. Ну давай, ща, короче, ты если еще готов еще танцевать, я вроде бы твой скайп знаю. Да, ты же мне это еще в скайпе писал. Да, окей, давай. Да, давай. Да, да. Команда красных, ник Сникерс, клан Киви, ничего себе, у тебя оригинальный клан. Ну что, ребята, начинаем дуэль против этого злого школьника. Хотя, вдруг он окажется потом добрым под конец видео. Упс. Ой, ты когда, умер. Блин, да я тебя уже убил. Это, короче, это сверхсилы. Слушай, ты что-то пока шнубишь, братишка, что-то плохие новости. Ты 1-0, Кент АПК побеждает. Блин. Пиу. 2-0. Да как ты через стенку стреляешь, читер? Да. Какой же ты агрессивный. Ути-пути, а ну иди сюда, ути-пути. Ты тик-так нуб. Во, да, я так и знал, что ты нуб. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, сейчас, короче, мы увидим, кто из нас двоих нуб. Сейчас мы, короче, узнаем. Давай. Давай. Ничего себе. Слушай, ну ты же понимаешь, что я сейчас играю в полсил. Если я захочу, я на изи могу сейчас прям жестко выиграть. Ну, давай. Ты все равно нубом его останешься. Нубом? Ну, давай. Но если я тебя выиграю, я уже не буду нубом, потому что нубом будешь ты. Ну, если я проиграю, то я буду нубом. Да, это правда. Так ты и так, в принципе, нуб. Опа, 3-2. Да, боже мой, да как ты меня убил? Да я стрелял в бок, а вот ты меня убил. Бывает. Ты знаешь, стреляешь в бок, попадаешь не по кенту. Бывает такое. Брата, ух ты. 3-3. Ну что, ну... Ну, ты меня не победил. Ха, я так и знал. Играем до 10, если что. Ну ты Иванга, прям такой, я так и знал. Ну ты Иванга. Ты там поводу мамка. Я по поводу мамка смс отправляю, типа, иди там, сыночек, уроки учи и так далее. Я прав? Это тебе они будут отправлять. Не, ну я тебя уже... Тебя я выиграю в дуэли. Ну давай, попробуй, если хватит силёнок. Я же не против. Ну-ну, мне оставишь еще 5, я тебя побежду. Побежду? А ты нубище. Я же так и знал, что ты проиграешь. Я вижу, ты любишь побеждать. Ну окей. Окей, сейчас мы, короче, узнаем, кто из нас двоих нуб. Да ты через стенку убил меня! Да как ты это делаешь? Тебе, наверное, Раум читы дал. Да, так мне Раум скинул читы, ты что, не знал? Ну, пища ты. Мне, короче, Раум по икпорту скинул читы, короче. Он такой говорит, кентуха, тебе нужны читы. Ты меня через стенку... Опа! Да как ты это сделал? Ничего себе, слушай. Молодой человек, какой-то слишком агрессивный. Так, ну что, давай. Слушай, в конце будет победный танец. Боже мой, как ты это делаешь? Ну что, тебе сегодня не фортит, сегодня явно не твой день. Слушай, походу Black Strike это не твое, тебе надо играть в игры для девочек. Это тебе надо играть в... Да как, у тебя-то немного того... Да у меня же было лучшее оружие на планете.
Ты меня из дигла убил. Да, так дигл, слушай, я нормальная понял, тема. Я понял, ты читер, нуб. Опа. Ты меня через стенку убил. Это нечестно, это нечестно. Это нечестно. Нечестно? Нечестно это то, что тебе мамка смс-ки отправляет, и они мешают мне. Видишь? Опа. Извините. Слушай, вот это классно, прикинь, я уже третий выстрел подряд убиваю тебя с одного патрона. Третий раунд, точнее, подряд. Ты как-то вообще делаешь, это непонятно. Не, ну просто, слушай, я включаю читы, опа, читы activate. Сейчас, смотрю, все, читы включил, сейчас тебя убью. Вот, блин. Ха, читы твои не помогают тебе. Я так и знал, Да. Ты, ну, все твои подписчики, нубы. О, пацаны. Даже тик-так, нуб. Вот вы знаете, да, что в комментариях делать? Ну, вы поняли, да? Подписчики, нубы. За подписчиков, братишка, ты зря. За подписчиков я тебя нагнул, понял? А теперь... Да ты вообще нубище. У тебя читы какие-то были, понятно? Все, слышишь, теперь давай, договорились, давай, включай вебку в скайпе, все, давай. Ладно, а можно скрин? Скрин можно? Не, подожди, давай вначале вебку в скайпе, а потом скрин, окей? Окей, так. Ну, у тебя и вебка. Слышишь, я вообще ничего не вижу. Блин. Ты что же... О, блин, слышь, ничего себе, ты меня как будто хардбас танцуешь. Ты жив там? Ты там не ударился? Пипец. Цвал. Слушай, ну прикольно, танец сныба. Ну, короче, смотри, Влад, больше кентуху не обзывай нубом, потому что, видишь, я могу зайти в Дискорд, могу тебя вычислить по скайпу, и, короче, потом ты проиграешь. Ну, ты понял? Да. Кто из нас нуб? А ну-ка скажи. А ну-ка, кто нуб? Все равно ты нуб. А, я все равно нуб. Ну ладно, да. Я понял. Ну ладно, Владик, удачи тебе. В следующий раз, перед тем, как называть нента нубом, будь готов ответить за свои слова. Ну видишь, ты проиграл, станцевал танец нуба. Ну что же, можешь передать привет Ютубу? Привет, Ютуб. Привет, Ютуб. Привет, Владик. Я тебе уверен, тебе подписчики придут привет. Ты их всех обозвал нубами. Они уверен, тебя очень сильно полюбят. Ладно, ребят, если что, вы на него не обижайтесь. Все-таки еще маленький ребенок. Ну, поняли, да? Еще маленький школьник. Он еще не знает, что он говорит. Поэтому, ребят, давайте его простим. И ты больше не обзывай кем-то нубом, иначе будет так же, как сегодня. Я просто не буду обзывать тебя нубом. Вот это правильно. Все, давай. Удачи. Так, я понял, ты профессионал. Давай, да. Вот это уже по-пацански, давай. Ну что же, мои уважаемые подписчики, прямо сегодня на ваших глазах был дуэль Кенте против бомбящего школьника. И как мы видим, Кенте пока затащил, вообще, ребята, ладошки даже не вспотели. Кому нравятся подобные рубрики, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, мне, ребят, будет очень приятно. Ну, короче, вы поняли, да, там лайк, подписочка, колокольчик, все как обычно. С вами был ваш Кенте, пока, всем удачи и всем пока. Пока-пока!